телеграм-канале промышленного района предлагают пройти опрос «Оценка качества услуги по вывозу твердых коммунальных отходов». Опрос полностью анонимный. Все данные будут использованы в обобщенном виде. Один из вопросов – знаете ли вы телефоны, по которым можно обратиться в случае перебоев с вывозом мусора? Опрос доступен по опубликованной ссылке в телеграм-канале промышленного района. С 1 сентября обращение в любые органы федеральной, региональной или муниципальной власти можно будет отправить через единый портал обратной связи на госуслугах, сообщает в телеграм-канале Самарского района. Это сервис в формате единого окна, который тестируется с 2021 года и сейчас работает в ограниченном режиме. В Минцифры сообщили, что уже сейчас к сервису подключены федеральные ведомства. За это время через единое окно в различные ведомства и организации было направлено более 12 миллионов обращений, что говорит о востребованности такого сервиса. Если вы не знаете, где ваш избирательный участок, найти его поможет сервис информирования об избирательных комиссиях и комиссиях референдума, говорится в телеграм-канале Железнодорожного района. Адрес необходимо выяснить заранее. Он пригодится не только для голосования. С 30 августа в УИК можно подать заявление о голосовании по месту нахождения, а также уточнить, есть ли вы в списке избирателей. С 31 августа УИК принимает заявление о голосовании на дому. Подать заявку можно в том числе и по телефону. У россиян появилось бессрочное право на кредитные каникулы. Раньше предполагалось, что оформить их можно будет только до конца текущего года. В телеграм-канале Красноглинского района сообщают, что новые условия вступят в силу с 1 января 2024 года. Закон защитит права граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию, позволит заемщику избежать банкротства, а кредитору снизить риск невозврата кредита. Напомним, что кредитные каникулы по ипотеке уже применяются на постоянной основе.